Ну, традиционно один из элементов проверки вооруженных сил – это проверка по развертыванию воинских частей. Сегодня мы получили распоряжение на призыв и поставку военнообязанных и транспортных средств для проверки вооруженных сил. На этом этапе мы провели оповещение военнообязанных, посещение поставщиков техники. В настоящее время мы проводим сбор оформления военнообязанных и будем потихоньку двигаться в воинскую часть для передачи наших ресурсов для комплектования воинской части. Как военком я доволен, если так можно выразиться, в плане активности и патриотического настроя наших граждан. Граждане понимают проводимые мероприятия, прибывают добросовестно на пункты сбора наших сельских исполкомов, военного комиссариата. Поэтому проблем больших, которые бы повлияли на срыв мероприятий, нет. Никаких проблем у сбоев не было. Техника прибыла сегодня своевременно. В настоящее время она проходит осмотр в техническом плане. И после этого мероприятия будем колонной двигаться в воинскую часть для передачи командиру воинской части. Неожиданно, конечно. Чуть-чуть немножко надо было планы подкорректировать, сами понимаете. Семья, дети. Ну, нормально. Отправили, слава богу, собойку собрали и хорошо. Родине долг, я думаю, всегда надо отдать. Если зовет Родина, надо идти. Получил повестку, дали команду, выделили машину и вперед. Собрались дома, ну и с мыслями вперед. На той машине, которая работает, на той же и в армию идем.